have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Мы тут пришли заниматься фигней, жвачку жевать. Жвачка у нас закончилась, нам дальше. Сейчас на секундочку проверю, на самом деле я давно не играл, а то, что вы видели, это были консервы. Ладно, все это знают, что иногда я снимаю наперед, ничего там страшного нет, но это же все равно... Айзек, свалите нафиг, блин, дайте поиграть, я только зашел. Я помню, что у меня жопа по патронам. Но все остальное вроде ничего. Ишимура Ship System Department. Почему я это сказал голосом капитана из Battle Cruiser? Battle Cruiser Operational. Make it slow. Мне на первый этаж. Ну, поехали. Ну, типа... Почему? Почему игра? Ну почему? Ну почему мне постоянно нужно снимать руку с мышки, чтобы стрелочками пользоваться, чтобы на Enter нажимать? Почему это нельзя сделать по-человечески? Пожалуйста, игра, подскажи мне, почему вы сделали такой ремейк? А, так, ладно, с какой стороны на меня сейчас будут прыгать? Сверху? Нет, сверху вроде не будут. Единственная польза от вот этой фигни, то что она отталкивает. Она наносит не такой уж и большой урон, но то, что она отталкивает, это просто бесценно. А, это у нас босс-шашлычок тут. Ай, хорошо. Третий уровень я не получил. А это какой у нас? Второй, это можно и открыть. А с какими пушками я сейчас хожу? У меня есть катер, у меня есть автомат, у меня есть огнемет, у меня есть вот эта фигнюшка. Во всем есть по одной, по полторы обоймы, что в принципе радует. Сохраняшка у нас была вон там. А я пойду сохранюсь, мне пофиг. Я понимаю, что мы только что начали серию, что... Ну я сохранюсь. Вот, у нас также есть какой-то аннигиляторный луч, я помню. Вот, но им я пока что... Стойте, там же магаз был, да? Ну-ка, пойдем. Мне показалось, или там реально был магаз? Кстати, а я в чембер к этому дебилу заходил-то, который вырвался? Нет, а тут бенч есть. Здрасте. Или заходил. Уже и не вспомню. Так. Additional power node has been set. Так, хорошо. Потому что мы взяли улучшение на пульсовичок. У него открылось много чего. А что я хотел качать? Я вообще меня выбило, что я хотел качать. Contact beam. Capacity и... Secondary Fire Damage 60, 400 поинтов, 400, Карл. Интересно, сколько оно будет, 450 после этого. Capacity тоже интересная вещь. Так, проблема в том, что у меня на него очень мало патронов пока что. Эта штука у нас очень хорошо прокачана. Мы можем сюда вкинуть на capacity и damage еще раз. А хит-аккумулятор special первое. Картридж рек это special второе. Они у нас SP1, SP2. До них далеко идти прям. Хотя, но до вот этого можно дойти через здесь, через capacity. Reload, damage у нас будет. SP2, это у нас будет картридж рек, да? Это очень много вкидываться сюда. Хорошо, что у нас по костюму?
По костюму мы можем одну HP-шку, кстати, закинуть. Я думаю, нам это будет полезно. Да, давайте. Пофиг. И костюм мы уже практически полностью качнули. Нам нужно на него улучшение где-то доставать. Иначе оно все будет бесполезно. У нас остался Air. Это неплохо. И Stasis Duration. Наверное, да. Просто я еще не заценил, насколько это полезно. Нет, давайте. А в огнемете у нас что? В огнемете я пока что только дэмэдж закидывал. Рипер. На рипере. Кстати, я им сейчас довольно много пользуюсь. Reload time, 2 секунды. Это он, в принципе, здесь один. И следующий дэмэдж. Да, давайте мы пойдем сюда. Хотя для него релод, кстати, вот несущественный пока что. Давайте, может, винтовку пойдем в capacity. Нам нужно, по идее, к SP2 идти. Видишь, greatly increases ammunition capacity. Мы пойдем сейчас в релод. Потом пойдем в capacity, в релод и сюда. Обходя при этом весь damage. Обидно. Это нужно раз, два, три, четыре. Ну, то есть сейчас поставлю, и останется три. А нам не надо. Ну-ка еще раз в огнемет. Извините, что так долго, но просто тут реально стоит подумать. Можно в огнемете, кстати, capacity увеличить. Но оно меня больше никуда не приведет. А что, какой тут спешл? А, огненные стены, которыми я не пользуюсь, в принципе. Ну, это нужная вещь, наверное, в будущем она мне пригодится. А тут что эта штука делает? Тут capacity увеличивает, а тут... Ага. За каждое попадание... Ты будешь, типа... Знаете что? Давайте, наверное, пойдем сюда. В capacity. Потом, и до дэмэджа недалеко. И можно прийти сюда. А также, мы сейчас rate of fire сюда закинем. 2. И можно будет идти вот сюда. В общем, мы можем сделать катер ультимативной какой-то пушкой. Он у нас и так хорош. Очень мало вот этих нодов, которые нам дают шайбочек. Просто преступно мало, чрезвычайно. Это печаль. А нам... Нам же обратно на... Так, стой. В лифт? Или это другой лифт теперь? Погоди. А, это другой теперь лифт. Ух ты ж ё. Так, у меня, кстати, 10 штук накопилось. Я могу себе еще один нод купить и еще пару вещей продать. Там будет еще... Потратил мне пилу, скотина, забайтил. The bridge looking for you, but it is completely fucked. I'm not sticking around in case whatever did it comes back, and neither should you. It looks like the admin staff went to the mining deck to meet up with the other survivors. I'll head there too. If you aren't with them, I'll find a way to contact you. I promise. Ага, I promise. Отлично. Make us whole, блин. В общем, за 11 штук я куплю очередной апгрейд, получив из него очередной нод. Как мы с вами выяснили, что это выгоднее, чем просто покупать ноды. Вот. Да свали ты, да свали ты от меня!
бесит неимоверно просто. Они не дают... они не дают огнемет взять? Они на тебя постоянно кидаются, лезут. Блин, отвратительные мобы. Мне не понравилось. Ага, хилки у меня нету, это еще лучше. Ну, спасибо. Плазма-катер, хорошо. Тут надо перенаправить или что? Что-то хочет меня. Креды. Ну-ка. Да иди ты. No auto targeting. The cannons are useless. What about manual targeting? You want to go out there with all that shit raining down and target the ADS cannons manually? If I give the cannons enough targeting data, it'll recalibrate the system. You got a better idea? Christ. I'll open exterior access. I hope you know what you're doing. Ну, старина Ишимура в этом смысле очень, очень сильно напоминает Севастополь. На котором тоже творится всякое... говно. Здрасте. Схема найдена. Патроны на катер дают. Подозрительно. Блин, по мне прилетело какой-то фигней. Вообще неприятно. Я уверен, что я тут пропущу что-то интересное из-за этого. Тут, кстати... каким образом? А, по мне что-то плюется. Ага, мелочь пузатая. Я возвращаюсь или где? Я не пойму, что от меня хотят.
смысле стендбай? Куда мне надо? Я не пойму, честно говоря, что за фигня происходит и что от меня хотят. Куда? Туда? Вот это что ли? Где? Ну это настолько дебильный момент. Ну что вы делаете? Успокойся. Что по мне бьет? Где? Кстати, а это что такое? Да что, блин? Да успокойся ты. Что? Ёпарес, это игра, успокойся. Что это за фигня была? По мне малой какой-то стрелял. Что это было? Что я должен настроить? Почему здесь... Почему здесь ориентиры так работают, фигово? Так, вот эти пушки. Я должен как-то их вручную направлять. Ага, видел. Что по мне стреляет еще? Да что? Да успокойся. В этой сраной невесом... Вон, какая-то фигня по мне еще стреляет. Где? Ты по мне стрелял, не ты? Ай, блин, вот блевотный уровень. Shift! Ну когда Shift нажимаю, можно, пожалуйста, двигаться побыстрее? Что? По тебе даже не попало ничего. Еще одна. Sinking targeting system. Как я ее должен синхронизировать? Что я должен сделать? Что по мне стреляет?
подлечился, не подлечился. Что происходит? Меня убило, не убило? Игра, это баг. Что? Где я? Что это за фигня? Почему? Просто. Ну, сейчас у меня закончится время, я задохнусь. Что это за 0%? Destroy Asteroids to Calibrate. Что, блин? Как я это должен делать? Я должен сам в них целиться? Типа, вот так вот? Давайте, загрузите меня, потому что игра забаговалась. Спасибо ей огромнейшее. Ладно, я более-менее, я думаю, понял, что от меня хотят. Давай, все фигня, давай по новой. Кстати, классная превьюха. Спасибо, баги. Спасибо, игровые баги. Спасибо просто. Суперски. Ремейк же, все новое, все классное, все же должно хорошо работать. Ай. Ишимура, говнатый кусок. Поехали, берем винтовку, потому что будем отстреливаться от мелких говнюков. Так, отстреливать астероиды, да, я так понимаю, как-то надо будет... Только сейчас до меня дошло, как это делать правильно. Где тут это мелкое говно, которое будет за мной гоняться? А то я не знаю. Их 3 надо будет сделать, а? Я опять не то делаю. Я трачу свои собственные любимые патроны. Где то, что по мне стреляет? Мне надо зарядиться кислородом. Это все заняло слишком много времени. Да ну фиг ли ты такое живучее? По мне что-то опять стреляет, я не пойму. Ага, внизу что-то стреляет, погоди. Я понимаю, что оно approaching critical, но блин. Два этих говнюка. Да shift, ну shift же ж нажимаю, ну можно. Auto-targeting system.
Я подобрал, не подобрал вот эту фигню. The ADS cannons are online ship-wide. Thank God. Engaging autopilot. Get yourself inside, Isaac. I think I figured out our next move. Да shift, блин, чтоб тебя... Наитупейшее место в игре пока что, которое я видел. Оно просто отвратительное. Погодите, я сказал отвратительное? Нет, это слишком мягкое слово. Оно просто ужасно какое говняное. Я этого чувака не растоптал. Там, возможно, была аптечка, но уже пофиг. По идее, сейчас сохранюсь. На винтовке мне, как всегда, ничего не осталось больше, потому что я дофига потратил. Чтобы этих мелких убивать. Все, поехали дальше. Cannon fodder. Пушечное мясо. See what you make of this. This is Senior Medical Officer Nicole Brennan. Medical is a sanctuary. All survivors, please join us. Ага, ага. Nicole. Твоя подружка живая, да? I'm going back to medical. Makes sense. I'll head to the crew deck and look for survivors from the bridge. I'll be in touch. The crew deck? Wonder if you know something we don't. Аптечку дали. Тот момент, когда надо переключаться на огнеметы, он просто отвратительный, потому что не дают времени переключиться, не подготовиться. Даже когда ты уже нажимаешь нужную кнопку для того, чтобы переключиться на огнемет, такие: а фиг, мы все равно тебя задамажим, ахаха, вот ты лошара. Ну вот как бы, да. Куда вернуться? А, medical deck, серьезно? Так, вы у нас третьего уровня, то есть пошел я нафиг. Мне бы на самом деле магазинчик бы, наверное, какой-нибудь. Да свалите вы от меня! Как же это бесит, просто невероятно! Спасибо, дают аптечки просто для того, чтобы сразу же на месте их потратить. Офигенная игра. Магазин. Так, давайте. Ага, suit level 3. Вот, как раз я говорил, что... А, это на contact beam. Ого. Костюм двадцатку. Двадцатку, Карл. Так, ну продаем всякую шелуху. Мне 19. Я могу сейчас что-то еще продать. А ты у нас кто? А, это Contact Beam, собственно, сам по себе.
Черт, я хочу купить костюм. Хочу. Мне не хватает штуки. Черт с ним, давай я воздушный баллон продам. Потому что я хочу вот так. Юник кост 20 тысяч. Да, я размечтался о том, что я куплю себе сейчас улучшение. Нет, я просто куплю себе костюм. Итак, по улучшениям у нас... А, погодите, оно мне улучшило inventory capacity. Окей, хорошо, это уже стало лучше. Теперь 11 тысяч, 11 тысяч, 12 тысяч. То есть мне нужно 34 тысячи. 3-4 тысячи, чтобы купить все улучшения. Тогда мы получим еще 3 нода. Да? Да. Нода. А в сторидже у меня просто костюмы. Это типа первого уровня. Это... А, погоди. А, вот так. Это типа Legacy Rig. Вот, level 1, level 2. А это у меня не уходит в этот... Угу. Черт, печаль. Я надеялся, что я что-то сейчас куплю здесь. Не куплю. Ладно, по крайней мере, у меня, по идее, не должно больше возникать проблем с тем, куда это все складывать. Идите к черту. Level 2, кстати, теперь я могу открыть это. Аптечку сразу сходу. О, свет зажегся. Спасибо. Денежки немножечко мне дают, да? Немножко денежки. И парочку патронов. Точно тут больше ничего нет? Ага. И патрончики на контактный луч. Я сразу продам, чтобы оно место в инвентаре не занимало. Ибо нефиг. Я понимаю, что я увеличил сейчас инвентарь, все дела, но нет, ребят, спасибо. Просто сходу продадим, докинем себе. И мы по мелочи набрали, у нас было 250, мы, получается, 2 штуки набрали этим, 3 штуки продали, получилось 5 штук. Неплохо, неплохо. Почти половинку на детальку накопили, просто зайдя в бонусную комнатку. Окей. Считается. Но все равно недостаточно. Хочу больше. Хэштег хочу больше, да? А это сейф тут. Вот сейф я тут заберу. И тогда давайте мы тут сейвимся и будем на этом заканчивать. На этом будем заканчивать, поэтому спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, бобра, всем ладушек, всем покеда.